Автомат, каска и противогаз – основные атрибуты студенческой спартакиады по военно-прикладным видам спорта. Здесь соблюдают правила и уважают противника, независимо от того, на чьей стороне окажется победа. Сегодня у нас здесь проходит первый вид нашей спартакиады по военно-прикладным видам спорта. Она проходит уже в пятый год подряд. На площадке каждый участник переодевается в солдатскую форму, разбирает и собирает автомат. Почувствовать себя настоящим солдатом могут даже девушки. Всем удачи! Чтобы хорошо у всех сложился этот кросс, начало эстафеты по военно-прикладным видам спорта. И, пожалуйста, давайте, чтобы никто не упал, никто не потерял сознание, чтобы все было хорошо и только веселее и бодрее. Удачи всем! С автоматами в руках участники пробегут кросс по пересеченной местности. Дистанция для девочек 500 метров, для мальчиков километр. Каждая команда подготовила свою форму, отличную от других, но объединяло их все-таки одно – желание победить. Меня привлекает это вот дух соревнования именно, когда ты готов выжать из себя все соки для того, чтобы прийти первым. Спорт учит настойчивости, стремлению к победе, а также воспитывает желание во всем быть первым. Спортивные успехи студентов становятся не только их личным достижением, но и победой вуза, в котором они учатся.